С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 27 апреля, день российского парламентаризма. Также сегодня отмечается день вахтовика, то есть день работников вахтового метода. А сейчас о родившихся в этот день. В 1791 году родился Сэмюэл Финли Брис Морзе, американский художник и изобретатель. Всем известный его телеграфный аппарат и азбука код, а вот Морзе художника знают немногие. Одна из его картин – галерея Лувра, где изображены 38 шедевров этого музея, сам Морзе и еще даже друг – писатель Феннимор Купер, да еще и с семьей. В 1822 году рождается 18-й президент США Улисс Симпсон Грант. Почему я вспомнил о нем? Потому что именно он увековечен на 50-долларовой банкноте. При записи в метрике девичья фамилия его матери была по ошибке занесена как его второе имя – Симпсон. Он решил ничего не исправлять и оставил имя. В 1909 году в Харькове в семье известного авиаконструктора и изобретателя Степана Грязодубова рождается дочь Валентина. Ей суждено стать первой женщиной, которая будет удостоена звания Героя Советского Союза. С 1936 она служит в Красной Армии, потом Великой Отечественной. Она совершает около 200 боевых вылетов на бомбардировку вражеских объектов и для поддержки связи с партизанскими отрядами. После демобилизации в 1946 из Советского армии Валентина Степановна работает в гражданской авиации. 1927 год. День рождения Евгения Моргунова, актера, особенно известного по роли Бывалова из знаменитой «Троицы». В фильмах «Пес Барбос» и «Необычный кросс», «Самогонщики», «Операция» и другие приключения Шурика, конечно же, «Кавказская пленница». Трудно поверить, представляя его киношную колоритную фигуру, что в студенчестве он был худощавым. Таким его можно увидеть, например, в роли предателя Стаховича в фильме «Молодая гвардия». Но почему-то уже тогда в институтской стенгазете под рубрикой «Картинки будущего» Моргунова изображали очень толстым. Наверное, что-то знали. 1929 год. День рождения Нины Пономаревой, олимпийской чемпионки в метании диска. Она обладательница первой в истории советского спорта золотой олимпийской медали. Год 1967, день рождения актера Александра Лазарева-младшего. В 69 году прошлого века родился Стас Михайлов, певец-композитор. Ну а теперь о событиях этого дня. 27 апреля 1521 год. На одном из филиппинских островов Магеллан убит в стычке с местными жителями. Он был организатором первого кругосветного плавания, которое доказало, что Земля круглая. В те времена, когда в этом еще сомневались. Но домой из этого плавания он уже не вернулся. В 1670 году наконец-то завершился осмотр невест для царя Алексея Михайловича. Всего перед его очами с декабря 1669 года проходит 70 девиц из Москвы и других русских городов. А женой стала 36-я по счету Наталья Кирилловна Нарышкина, будущая мать Петра Великого. В 1784 году в главном театре Франции «Комедии Францез» премьера пьесы Пьера Агюстена Бомарше «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Успех превзошел все ожидания автора и был в немалой степени предопределен долгой пятилетней фактически борьбой драматурга с кем? С цензурой. Узнав, что сам король против его пьесы, Бомарше запальчиво кричит: «Значит, она безусловно будет поставлена». Запрет на дерзкую, вольнодумную комедию лишь подогревал нетерпение зрителей. 1947 год. Норвежский антрополог Тур Хейердал начинает плавание на бальсовом плоту Контики, чтобы доказать свою теорию о том, что полинезийские островитяне могли приплыть из Перу. К концу путешествия, которое будет длиться 101 день, плот пройдет почти 5000 миль. В 1965 году в США запатентованы подгузники, которые у нас просто называют памперсы. Их создателем стал Виктор Милс, американский химик, ведущий технолог компании Procter & Gamble и по совместительству дедушка троих маленьких внуков. Его идея заключалась в создании складчатой прокладки с высокой поглощающей способностью, а уже эту прокладку планировалось поместить в пластиковые трусы особой формы. Первые модели Милс, естественно, испытал на собственных внуках и, судя по всему, очень удачно. В 1966 году проходит исторический визит. Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко отправился в Ватикан на встречу с самим папой,
Павлом VI. Таким образом, он первый в истории советский деятель, принятый Папой Римским. 1978 год. Переворот в Афганистане, в результате которого свергнут президент Мохаммед Дайр Хан. Лидеры группировки «Халк», организовавшие переворот, Мухаммед Тараки и Хафизулла Амин. Они занимают руководящие посты в стране. Впрочем, ненадолго. Еще через 2 года советские войска войдут в Афганистан. И последнее. 1963 год. В Москву впервые прибывает лидер кубинской революции Фидель Кастро Рус. С острова Свободы он вылетает тайно, поскольку нельзя было исключить возможность случайной атаки его самолета американцами. Визит продолжался 40 дней. Произошел он после некоторого осложнения советско-кубинских отношений в связи с недовольством Фиделя поведением Хрущева в период так называемого «Карибского кризиса». Во-первых, он не одобрял капитуляцию советского лидера перед американцами, а во-вторых, был просто взбешен тем, что Хрущев при заключении сделки с США просто не счел нужным хотя бы проинформировать Фиделя об условиях договоренности. В ходе визита Кастро декларируется братство советского и кубинского народов, принадлежность Кубы к мировому социалистическому лагерю, верность делу мира и так далее и тому подобное. Кубинский лидер посещает различные регионы СССР. Ему демонстрируют новейшие образцы советского вооружения. Советско-кубинская дружба укрепилась, похоже, на века. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».